Перед вами Бомбермен от TurboGrafx 16. Значит, смотрите, тут много планет. Есть зеленая, синяя планета, там где льда, холода, снег, лед. А это зеленые, где деревья, леса, реки. Вот, смотрите, как выглядят уровни. Тут я хотел показать, почему я считаю, что Бомбермен лучше. Мне потому что очень понравилось. Тут карты не единичные, а вот смотрите, что я имею в виду. Какие тут карты. Вот, видите, тут они такие с переходами. То есть большие карты, не такие сплошная на других консолях карта одна. Вот мне нравится этот Бомбермен. Не знаю, почему мало подвигали, и на краке меня позвали на команду. Между тем, вот эти динозавры выглядят. Точно на кенгуру похоже, правда. Надо скорость поубивать и пинок. Ой, улитка. Ты обалдела, что ли? Смотри, какая реалистичная. Мост на улице, реалистичная игра. Карты переходящие. Давай. Надо бы пинок выбить. Можно кидаться еще бомбой. Пинок, я бегаю. Вот тут надо вот эти убивать. Шарик, его, кстати, один он таскает, чтобы открылся выход на дверь. Вот он. Так пусть отойдет. Шарик или там колбы с теплом. Сколько их? Ну, попутно можно убивать бонус. Ничего не выпало. Надо сразу вот так вот. Так, ну, да, у меня три бомбы. И вон еще одна бомба. Следующий уровень. Ну вы поняли, свой обзор на Бомбермена от TurboGrafx 16, от консоли TurboGrafx 16, по моему мнению, лучшей ретро консоли, потому что вот музыка офигенная, и игры на высоте, особенно логические игры тут есть много, их можете скачать на моем сайте, он у меня в описании где-то там приведен, я не буду сильно его рекламировать. Еще два слова по завершению, в завершении. Еще мне нравится продолжительная карта шахты. Вот когда дойдете на вагонетки, там вообще офигенно кататься по уровням. Я говорю, тут есть двойные, стройные карты, четверные даже есть. Ну, с четырьмя подразделениями. Как вы сейчас посмотрели первую карту. Просто офигенные уровни и музыка на высоте. Много уровней. Много динозавров на выбор. Ну, вот эти вот кенгуру и все. У каждого свои возможности. Много возможностей, бонусов выпадает для бомберменов. И потом еще можно на двоих тут играть и устраивать батлы, поединки по сети. На различных картах и с различными бонусами. Там до победы на три раза, на три раунда и так далее. До трех медалей. Мы с братом в детстве много играли в эту игру. Долгое время. Ну, когда первые эмуляторы появились, лет 10 назад. Очень нравилось.